Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самоель, и сегодня 2 октября. Значит, пришло время подвести итоги нашего конкурса на целых 3 лицензии Майнкрафта. Итак, первая лицензия. В этом конкурсе принимало участие аж 16 человек. При этом трое из них подписались на группу ВКонтакте. Соответственно, 19 позиций. Выбор победителя мы очень просто, с помощью прекрасного сайта random.org. Выбираем от 1 до 19 и generate. 13 это Вадим Куянцев. Да, или Куянцов. В общем-то, не столь важно. Номер 13. Вадим, я вас поздравляю. Вы выигрываете лицензию. Я надеюсь, что вы написали свои настоящие реквизиты в комментарии под видео. Логин и пароль я пришлю на них в ближайшее время. С этим конкурсом разобрались. Теперь следующий. В следующем конкурсе лицензии выигрывают авторы 2 самых лучших комментариев. Первый комментарий принадлежит каналу путешествия Suzumaki Games или с Uzumakal Games, я точно не знаю. Они написали, что, пожалуй, стоит разнообразить контент на канале и выпустить видео по каким-то другим играм, кроме Майнкрафта. Я с ними полностью согласен, и уже в ближайшее время на канале появится видео по Dota 2. Со вторым комментарием было гораздо сложнее, поскольку все оставшиеся люди написали примерно одно и то же, что стоит поиграть на Hypixel, Mineplex или любом другом сервере Minecraft мини-игр. На данных серверах я играл, даже пытался записывать, но ни сами мини-игры, ни запись видео этих игр мне не очень понравилось, поскольку неинтересно смотреть на человека, который первым сливается в голодных играх, и вообще везде, где только можно. По этой причине мне было довольно тяжело выбрать хозяина второй лицензии, но в конечном итоге я остановился на человеке с ником «Чувак в кедах». Он объяснил, в общем-то, то же самое, что и другие, более полно и четко. Не знаю, это лично мое субъективное мнение, поскольку выбрать было и вправду очень тяжело, когда комментарии почти одинаковые. Но в любом случае, выбор сделан, и еще раз повторяюсь, люди с никами Вадим Куянцев, приключения с Uzumaki Games и Чувак в кедах выигрывают по лицензии. Вы их получите в ближайшее время по электронной почте, скайпу или любым другим способом, который вы указали в комментариях. А на этом видео подходит к концу. Мне очень приятно, что вы приняли участие в конкурсе. Совсем не жалко лицензий. Вполне возможно, что в ближайшее время будет еще какой-нибудь конкурс. А с вами был Самоель. Всем удачи. Всем пока.